Мини-тестер пончик. Доброе утро. Сейчас 7:30. Мы вышли погулять по пансионату. Сейчас пойдем на берег. Думаю, все читали книгу «Магия утра». А Кирилл, ты читала? Да, поэтому я стала жить. Да, поэтому она встала. И да, кстати, я тоже прочитала уже половину книги, но уже такая мотивация вставать по утрам, делать медитацию, аффирмации, читать. В общем, всем советую читать «Магию утра». Она вас бодрит, даст вам немного такой толчок. Вот. Сейчас покажу вам пансионат и озеро. Как оно выглядит с утра. Готовим завтрак. Сая нам готовит. Девочки, омлетик будет. Это. Вот наш мини-тестер пончик. Ребята, мы пришли на пирс купаться. Такой у меня лук сегодня. Посмотрите, какое лазурное озеро. Боже. Очень красиво. А погода просто шикарная. Так что еще раз расскажу. Приезжайте. Да? Вот так вот. Сюда? Вот сюда или можно? На, я передаю привет. Всем привет. Давайте сюда. Да? Да. Кстати, кто этот Сарларга? Ходил. В 9 классе. Вечером тут очень холодно, берите с собой толстовочки, берите с собой теплую одежду. И я уже поснимала вам красивые виды на закате. И да, сейчас я несу девочкам, пошлем фу, будем кушать. Кстати, если вы приезжаете на Иссык-Куль, то обязательно
покушайте ашлямфу, потому что это местная сладость, то есть, как сказать сладость? Famous food, скажем так. Вот, прибежала уже. За мной прибежала или за ашлямфу? Да. А? Я ашлямфу. Окей. Как типа прийти на ИК и не кушать от лампу? Скажи, это просто обязательно. Короче, обязательно. Ну, в Кыргызстане везде есть ашлампу, но особенно на ИК. Именно на Исикуле. Самый классный, особенно каракуль с пирожками горячими. Да. О. Никогда не пох.